отключите видео, мы все отключили. Оно мешает. Он отключил, да, все. Видео тоже отключайте, да. Видео только у Игнатия Тихоновича пусть будет. Когда у одного не страшно. Когда два или три уже может. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево. Прибудь с нами и в этот воскресный вечер. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем изучение противосектантских материалов. Тема об иконопочитании. Подзаголовок «Идолы и кумиры». Идолом и кумиром называется изображение ложного бога в камне, в дереве, в металле, в красках или каким-то другим способом. Эти-то изображения ложных богов и почитали язычники за живых богов. Слово Божие называет их, Псалом 95:5, «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Исайя 44:9. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто же из христиан признает икону за живого Бога? А ведь в идолах само изваяние было полагаемо как божество. Никто из христиан не говорит: «Святая икона, спаси меня». Если иконы сделаны из одного и того же материала, как идолы, то это не значит, что икона через это делается идолом. Из одного и того же материала человек и животное, но кто же на основании этого приравняет их? Из одного и того же материала Библия и книги другого содержания, но ты одно будешь хвалить, а другое хулить. Животные на иконах изображаются не для того, чтобы им поклоняться, но чтобы верно представить историческое событие. Вот как возникало идолопоклонство. Пророк Иеремия, 2 глава, 27 стих. «Говоря дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня, ибо... они оборотни и ко мне спину, а не лице. Ибо они обратили ко мне спину, а не лице, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас». Исайя 44:17. А из остатков от того дерева делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит. Римлянам 1 глава с 21 по 25 стихи. «И поклонялись и служили твари вместо Творца». Исайя 42:17. «Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: „Вы наши боги“».
Даниила 3.14. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы богам моим не поклоняетесь, и золотому истукану, который я поставил, не служите?» Псалом 113, 12 стих. «А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею». Внешний вид идолов или кумиров, их значение как ничто. 1 Коринфянам 10:20. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Галатам 4:8. «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Иеремия, 10 глава, 14 по 15 стих. «Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа». Это совершенная пустота. Дело заблуждения. В том, что идолы и кумиры были простой выдумкой язычников, убедимся, когда узнаем, какие идолы были у язычников. Так, по вышеперечисленному тексту вопросы. Есть замечания, дополнения? Игнатий Тихонович, есть что добавить, дополнить, может быть? Ну, тут так подробно все сказано, что добавлять только портить. Вот как бы был здесь сектант, они все сектанты иконы называют идолами. Ну и когда дальше начинаешь говорить, да, они соглашаются, что не идолы. Но им же не поклонялись. И Бога не изображали, Бога. Господь говорит, что вы не видели на горе никакого образа. Поэтому картина Бога Отца запрещена в храме делать. Тут мы уже нарушители. И когда к иконам воздают такое почитание, празднование Казанской, Иверской, Коробейниковской, ну это совершенно в тему-то не входит. Если икона это показывает на первообраз, ну значит на небе одна Богородица. Откуда же икон-то 400 с лишним? И все названия празднования иконе. Тут-то мы явно что перегнули влево. Говорим, чтобы не отклониться ни вправо, ни влево. А здесь явно влево. Это запрещено. Иконы, они для того, чтобы напоминать, чтобы приблизить наше воображение к тому, что изображено. Для этого были херувимы, то, что было в храмах. Поэтому нам нужно взглянуть очень строго на себя глазами тех людей, которые не признают иконы. Вот это я хотел сказать. Быть повнимательнее к самим себе. А это проще всего. Сказать, вот заходит старобрядец, с Новосибирска приехал. Ну, хороший. Я кому говорю, тот человек знает здесь, я его вижу. К ней приходит, молиться негде, она уборку делает. Икон нет, он, у вас и помолиться негде. Она добрая душа, тут же из другой комнаты, там, на подоконник икону притащила, сразу раз, ну вот. Ну, тогда помолиться ездит. Ну, это явно открыто уже идолопоклонство. Вот бабки приходят, целуют, а Георгий Победоносец, она не видит, что на картине, там темный вот такой уголок у нас. А она целует змея целует, он говорит, баба, он на коне сидит, он высоко, ты до него-то не достаешь. Ну, ты просто проходи мимо, тогда не знаешь, и сколько лет уже целуешь змея, а змея это дракон, а дракон напоминает дьявола. Кого ты целуешь-то? У нас казусы просто, люди не понимают. И поэтому на иконах торгуют, на иконы привозят, рисуют, и это бизнес. Вот когда Артемиду Эфесскую-то защищали, говорит, серебряник там Димитрий-то, он на это именно и указал. Иконописцы, они хорошо получают. В житиях неоднократно об этом говорится. Ну а верующим настоящему человеку крепко нужны они. Да зачем они тебе нужны-то?
Ну, а вы к чему себя относите? Я крепко верующий, но у меня икона, у меня везде икона. Почему? Я в этом вопросе придерживаюсь той практики, какая есть в православной церкви. Иконы освящены, но перед ними я ничего не зажигаю из-за опасности, чтобы не загорелось. Никаких действий не проводим, просто они у меня вот здесь есть, я вижу, вот вижу Зоя, вот Ефимия, Евгения, Божья Матерь, иконы Рождества, ну и святых много разных. Вот и добавить. А направо это когда все буквально на иконах держится. Каждый день какой праздник, а их больше, чем дней. Иногда на один день несколько икон попадает. Вот я это хотел добавить, чтобы направо нас не заводило, и налево нет, о чем Сергей Павлович молится, отошел. Игнатий Тихонович, у меня вопрос. Как вот памятником, например, памятник воина освободителя? Что-то не слышно, повторите, пожалуйста. Как к памятникам относиться? Вот памятник воину освободителю, например. Да никак, слышно камень меня? Прошел мимо, никак. Нас это не касается. Но худо то, что там горит огонь, он называется вечный. И туда толпой гоняли священников с архиереями. И они приходили там и кадили. Вот это уже смертельно опасно. Там ничего нету. Какие-то захоронения. Вот у нас в Барнауле там, ну, сделали-то как плита какая. Земля от города-героя Одессы, земля от города-героя Севастополя, от города-героя Москвы, от города-героя Бресту. Ну и имена тех, которые погибли там, все не все. Ребятишки там дежурят, формы их одели, они стоят, и горит огонь. Я там был не раз, проходил мимо, мне дорогу сокращают, удобно через это-то. Ничего я в этом не вижу, это их дело, их вера, никого там нету, огонь лишний, газ просто тратят, лучше бы какую-нибудь бабку отапливали. Я на это смотрю с прагматической стороны. Ну, когда уже начинают поклоняться, и туда священники идут, памятник неизвестному солдату. Вот у нас прощается женщина с солдатом. Ну, видно, мать. Ну, напоминает и все. Огромная-огромная статуя. Я не знаю, сколько она, метров 6 высоты. Около самого вокзала. Никак. Не ходить, не поклоняться и не хулить. А зачем? Они, говорят, богини ваши не похулили, как правитель говорит об апостоле Павле, деяниях апостолов. Нам зачем это касаться? Я когда беседую с мусульманами, я никогда не произношу три слова табу. Аллах, Коран, Мухаммад. Вот три слова я их не произношу. Не надо. Они на них реагируют без того. Я просто читаю места Писания, говорю, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Господь нас послал проповедовать Евангелие, но не опровергать Веды, Коран и другие книги. Вот так. Это я из практики своей беру. Я должен Евангелие проповедовать, а Евангелие само по себе опровергает всякое другое. Не то будет говорить, что в Евангелии, да будет анафема. Галатам 1:8-9. Отошел. То есть поклоняться памятнику, возлагать цветы, это можно считать идолопоклонством? Самое натуральное. Понял. Понял. А у меня вот вопрос, вот поясните, пожалуйста, вот памятнику поклоняться, возлагать цветы, ну а как мы ходим, к примеру, на кладбище к родным, тоже приносим цветы, мы не поклоняемся памятникам или там могилам этим, не поклоняемся, но цветы приносим, это что считается тоже поклонение? А кому? Идолопоклонство. Мертвым это не надо. Да, Тихоч, микрофон не включен. Благодарю, Сергей. А кому святые-то? Мертвые? Он сгнил, души его здесь нету. Я это запрещаю, чтобы у меня гроб не был обитый ни материей, ничем, из самых гнилых досок, чтобы только не вывалился. Ни копейки не потратили. Я ж наказал, стоптанные сапоги сказал мне ходить, тело не раздевать, не обмывать. Ему уже ничего не надо. А как, никак, у меня вопроса этого нет. Я не хожу, вот я прихожу, могила матери. Что, я молюсь там? Даже один мимо проезжаю, я обязательно заеду туда. Заеду, помолюсь Богу, попрошу, что, Господи, упокой в обителях небесных Матерь мою Марию. И все. Это как бы сближает, потому что
ну, могила ее здесь. И мы с батюшкой конкурс устроили, кто с какой стороны лежать будет, кто раньше умрет. Вот так. Мир вам, братья. Так дешевле тогда крематории сжечь? Ты как этот, сожгли, говорит, всех главных преступников, 21 там их, кажется, 18 казнили в Германии, и военных, космонавтов, их сжигают и в стену вмуровывают пепел. Церковь православная это не принимает, категорически. Ни кремации, ни автаназии, ничего этого не должно быть. Мы не в Нидерландах живем. И мы видим, как с мощи Яков, умирая, заповедал о костях своих, чтобы вынесли в пещере Махпел, похоронили, которую Авраам купил за определенное золото. Так проще. Если неверующий, конечно, проще. Но что интересно, к трупам всякие там проводки проводили, а температура там больше 700 градусов. Вот. И возобновляется кривая синусоида, показывает, что тело это страдает. Боль, страдание отображается, ну, когда кардиология как вот делается, запись. Зачем нам это нужно? Я знаю, есть государства такие, в которых нет ни одного кладбища. У них умирает кто-то, специальные площадки там на последнем этаже или как, а они тело, это открытое, без всего, оставляют, рядом недалеко зажигают сырую солому, чтобы дым далеко был виден. И грифы, как орлы, слетаются, все пожирают, одни кости. А кости потом сжигают, у них нет ни одного кладбища. Это целая нация. Там, южнее Таиланда. Вот и все. Нам это нельзя. И не нужно, и вредно. Да, братья, вот я слышал, Даниил Сысоев тоже говорил, почему именно полезно хоронить, а не сжигать, потому что как бы почтение к телу, что оно воскреснет туда, а то если сжигать, то как бы оно исчезает, и, ну, говорит он так, что меньше веры в то, что тогда воскреснет. Наоборот, больше веры в том, что кто верит, что из праха воскреснет. Нестыковочка. Я верю, что тело сожгут, оно воскреснет. У меня больше веры, чем ты веришь. Ты веришь, что кости воскреснут? Не, не то, что кости, а что почтение, когда погребают. Почему почтение такое к телу, которое уже умерло, которое уже, ну, сгниет? Почему к нему такое почтение? А потому что оно не просто умерло, оно потом воскреснет. Вот что. То есть оно не совсем-то умерло. Оно оживет потом. Вот поэтому. А когда сжигают, типа, все, вот это как бы почтения нету, что вот прах и все. И уже в прах возвратишься, и как будто нету веры, что потом опять из праха опять воскреснешь. Только возвратишься и все, а воскресения нету опять из этого же праха. Потому что это из этого же праха то воскреснем-то. Понятно. Ну, пепел-то он и есть же прах. Прах ты в прах возвратишься. Сожгли тут. Ну, почти, как бы почтения нету такого, когда погребают. Да. Согласен. Почему почтение? Потому что оно... Роман, остановись. Все. Володя, давай ты. Я просто дополню немножко. Люди, обычно, которые не верят в суд Божий и не хотят, чтобы этот суд над ними совершился, из-за страха просят, чтобы их тело сожгли. Или это делают неверующие родственники. Ну, такое еще, да, мнение есть. Вот. То есть я хотел сказать, что лучше с почтением, то есть хорошие доски положить, как Игнатий Тихонович Христов, плохие доски, а вот да. Чтобы было больше почтения, чтобы те, которые видят это погребение, чтобы так, видишь, вот, у них было больше. Не можно сказать, с почтением сожгите меня, чтобы вам было дешевле. А сейчас сжечь-то очень дорого, это никто говорит, что гнилые доски дешевле, чем сжигать. Сжигать дорого, я узнавал. Собаку сжечь там, по-моему, 3000 стоит. Просто труп у нас в Барнауле. Дорого. Удовольствие дорогое. Так,
Ну вот мне к Галиному вопросу хочется немножко еще возвратиться. Она правильно заметила, если человек приходит на могилу и не возлагает там цветы как идолу, как Богу, то какое, о каком идолопоклонстве здесь речь? Но однако вопрос говорит, а зачем он это делает, если человека уже нет? Ну простите, а если это который неверующий, а если верующий человек приходит, вот вы приходите это на могилу матери, я, допустим, прихожу там на могилу отца, какой в этом эффект-то? Ну, принес цветы, положил, что здесь? Я же не ему не как Богу возлагаю, и вы матери, допустим, принесли цветы на могилу. Не знаю тут. Брат, если как Бог, тогда грех. А если, то написано, почитай отца и мать, она умерла. Так что я теперь не могу матери на могилу, теперь мое почтение на этом не заканчивается. Я верю, что она жива у Бога. Давай, Володь, что хотел? Все уже что-то. Володь. Игнатий Тихонович, возлагать цветы, если не как Богу, то грех это или что, я не пойму. Ну а как он грех? От того, что где-то ты цветы лишнее вырвал, ущерб нанес, кому-то шел, с чужой клумбы сорвал, только один. Мертвым со своей ничего... клумбы сорвал. Мертвым ничего этого не нужно. Это нужно нам для утешения и большей частью для тщеславия. Вот столько-то венков показывают, там хоронят Кобзона, там они несли венки, выше головы один венок-то, там не тысячи, а миллионы, ну у них золото много наворовано. Ничего этого не надо. Песнопение вот у нас как хоронят, так и должно быть. Но, Игнатий Тихонович, если так рассуждать, то тогда и иконы почитать не надо. Они умерли, им ничего этого не надо, они святые на небе, это нужно для нашего самоутешения. Как почитаем-то мы их? Что у нас вот иконы в храме, как почитаем? Раз в году пыль стряхнут и все. Почему? Целуем каждое богослужение? Ну, целует это показано, что мы православные христиане. Один раз, когда выходим уже выходить на улицу, около Евангелия лежит, это мы оказали почтение первого образа. Ну не больше, как по стенам у нас не лазит, у нас иконы высоко. Нас никак нельзя в этом обвинить. Не выдало поклонства, ни пренебрежение. Мы заняли золотую середину. Ну а в храме мощи святых, допустим, если к ним с почтением приложился, это что, идолопоклонство или почтение? Так, сейчас не о мощах речь, не уклоняйся, пошел дальше. До мощей дойдем. Вот он о почитании говорится, и о почитании умерших, это очень близкие темы. Идем дальше. Так, ну вот здесь дальше идет в том, что идолы или кумиры были простой выдумкой язычников. Убедимся, когда узнаем, какие идолы были у язычников. Ну и здесь перечисляется 8 этих идолов: Ваал, Вил, Волох, Аримах, Артемида, Астарта, Хамос и Ерми. Ну давайте откроем вот о Ваале, сказано в 23 глава, 4-5 стихи. Повелел царь Хелки первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом вдали мне Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. Для чего он это сделал, Игнатий Тихонович? Чтобы показать, что никакие это, то есть уклонение тоже пошло у них, такое почитание излишне, что вещам стали. Дорогой Сергей, сколько в нашем сообществе сегодня здесь? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Я почти всех знаю, только... Юрий недавно пришел. Это на этот вопрос ответит любой. Ты их тоже тревожь. А то так придут, руки сложат, посидели, ушли. Тут же указано, как, что. Я попрошу по таким простым вещам, обращайся ко всем. Так, ну давайте. Надежда Васильевна, вы тут самая верхняя.
Вот мы сейчас прочитали. Вот царь Хелки, первосвященнику, вторым священником, стоящим в страже порога, это 4 царство. То есть повелел вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала. Для чего он это повелел сделать-то? Что за этим стоит? Можете нам пояснить? Рахиль Загидулина. Мне запрещено говорить. Игнатий Тихонович, разрешите Надежде Васильевне свет пролить? Да нет, не надо пока. Микрофон, это, не понял, был выключен. Она правильно ответила. Она правильно ответила. Аминь. Разрешите мне сказать? Там так. Ключевое слово вынес из храма. Юрий. Так, ключевое слово какое? Вынести из храма. Вещи вынести из храма. А да. Если это было бы вне храме, да и пускай они поклоняются им. Так что ли выходит? Может быть, ключевое слово здесь сжег? Вот как вот сейчас перед этим только что Рома говорила, что сожжение это значит уничтожение яко небывши, то есть такое непочтительное, так скажем, поклонение, что сжечь это вот, ну, как антипочтение, так скажем. Вынести из храма и сжечь, именно вынести из храма, чтобы в храме не было, может, поэтому? Чтобы в храме не было, ну а что, ну и были бы они в храме стояли, я вот сейчас так утрирую. Храм, кому мешали-то они? Храм же не для этого. Молятся люди в храме, ну и вещи вот они, Ваалу, Астарту, молились бы дальше что. Почему выносить, сжигать для чего? Главное, царь повелел первосвященнику. А что первосвященник сам не додумался, что ли? Второй вопрос. Можете ответить? Брат, можно ответить чуть-чуть? Ну, сейчас, Юрий, начал сейчас. Второй вопрос. Какой именно? Почему царь повелел? Почему священник сам не догадался? Ждал от царя указки. Затрудняетесь. Володя, дополняй. То, что вынесли из храма и сожгли это, потому что принадлежало поклонению идолам. А не всемогущему Богу Создателю. Это первое. А на второй вопрос. Вспомни про Моисея, который не догадался, а принимал всех, кто к нему приходил. А ему тесть вроде, да, сказал, давай, говорит, распределим, начальствующих выбери сам. И пускай они, говорит, занимаются народом, а которые уже там будут такие очень серьезные, уже будешь ты сам принимать. Почему он тоже не догадался? Тоже вопрос. По-моему, это не к месту. К месту? Нет, это... Правильно, но только не к месту здесь. Здесь нужно сказать так, что ревность в царе была больше, чем у священников. Это первое. Царь обратился, но и священники тут зашебутились. Угу. Вот и все. Да. Так. Так, ну провала достаточно, я думаю, не... Так. Или что там? Дальше у нас идет Вил Даниила 14.3. Был вавилонян идол по имени Вил, и издерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки, 40 овец и вина 6 мер. Вот так вот. А что, вино он у них пил, что ли? Кто может знать? За этими именами Ваил Сергей Евтушенко пишет. Стоят конкретно демонические сущности, князи бесовские. Или это просто пустышки, или лишь плод человеческого падшего ума? Вопрос такой. Под этими Ваал или чего-то Вил. Игнатий Тихонович слышал, говорит, переводится. Владимир Ильич Ленин. Вил. Откуда это откровение?
Пророк Даниил, ничего о Ленине вроде тут не писал. Ленин тут вина не потреблял, или что, я не знаю, не помню, чтобы ему приносили Ленину там вино, если о нем пророчествует Даниил. Вина 6 мер, пшеница, ну ходоки-то ходили к нему, наоборот просили у Ленина-то, 40 овец, издержек каждый день 40 овец, ну ничего себе, здорово живешь, как говорят евреи, чтоб я так жил. Видать, эти жрецы-то наживались тоже здорово. Куда-то же эти 40 овец, или они сжигали? Наверное, тоже продразверстки были в то время. Царь Чтиловый ходил каждый день поклоняться ему. 4 стих. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, почему ты не поклоняешься Вилу? 5 стих. Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю, и владычественному над всякой плотью. Вот и сектанты, они тоже говорят, Бог не требует служения рук человеческих. Имеется в виду, что мы руками служим, как крестное знамение вот делаем, что вот они это имеют в виду. Так, так, Игнатий Тихонович, вопрос. Вот эти вот ваалы конкретные, это конкретные демонические сущности, вот, которые я перечислил, князи бесовские, или это просто пустышки, или лишь плод человеческого падшего ума? Игнатий Тихонович, ну вам вопрос, я не могу другим задавать. Так вам конкретно адресовано, Сергей Евтушенко. В чате он написан, можете прочесть. Так, сначала о Виле. Там почему не прочитал 51 главу Иеремии? Так, 51 Иеремия. Они не дошли до него еще, просто вот пока вот на этой остановились. Ну давайте, что, открывай читать. Так, читаем. Иеремия 51:44. «И посещу Вила в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут». Ну, тут понятно, конкретно о Москве, о Мавзолее. Очень похоже. Мы еще не дожили до сего этого. Но компартия уже, конечно, заметно сдала, уже не то, что раньше было. Игнатий Тихонович, вам слово. Ну и дальше это ты считаешь, говорит, исторгну из уст его проглоченное им. А что проглоченное? Погубленное. А тут теперь уже ставят памятнику Деникину, канонизирует царя и памятник, все официально. Что он сделал, что разорил, сейчас открыто об этом говорят. Проглоченная, наступила амнистия. И даже стены падут, то есть охрана, все ракетные войска никакой роли не сыграют. И они его вымачивают и вымачивают, эту воблу. Его земля не принимает. Вот об этом хорошо Дмитрий Смирнов говорит. Большего преступника мир не знал. Что его где-то надо сжечь и распылить во Вселенной, чтобы на Землю ни одной молекулы не осталось. Это не человек был, демон во плоти. Это Дмитрий Смирнов говорит, священник. Я полностью с ним согласен. Так у нас-то не так, как вот, допустим, ну момент. Стоит памятник Аполлону. К нему приходят
задают вопросы, идти на войну или не война, нам делать мобилизацию, с Украиной воевать или не воевать, к примеру сказать. А дальше случается следующее. Этот идол перестал отвечать. Почему? А идол пришел вопрошать Юлиан Отступник. Император в то время был. А ответ идола такой был. Мне мешают мертвецы. А это на кладбище поклонялись. И царь сразу дал указание разрыть и убрать кладбище. Убрать. Но убирают до определенного момента и перестают, дальше не трогают. А Иоанн Златоуст за всем этим наблюдает. У него сводка новостей хорошо работала. Он говорит, а почему же дальше-то не убирают-то? Оказывается, они дошли до могилы Вавилы, епископа святого, он канонизирован-то. А рядом могила, и он уже мертвый, влиял так, что он решился пророческого дара, идол. Идол. А в идоле сидел демон. Демон отвечал. А люди-то считали, что это от идола. Он провещевал то, что касалось будущего. А Иоанн Златоуст все это раскрыл и говорит, если вы убрали только до Вавилы, и как только его могилу раскопали, прекратили. То есть она и мешала. Вот надо все это знать и быть внимательным. Он перечисляет, здесь взяты только библейские идолы, их было много больше. Афродита, кто такая? Родилась из пены моря. А кто за ней бежал там? Ну, бежал Аполлон. А она вдруг превратилась там в куст. Ну, мифология греческая. Геракл там ходил. Полубоги, боги, которыми Наполеон себя таким считал. Мы должны четко знать, нет иного Бога, который сотворил нас, кроме Тебя, Господи, Ты единый. И равных Тебе никого нет. И тут показывают идолы, какие они были немощные. Была ревность в человеке, он пришел, все разрушил. Идолы и поклонение им – это главнейший грех. Самый главный. А за ним все остальные. Не семь смертных грехов, а один смертный грех. Неверие Богу, неверие Святой Библии. Вот так. Пошли дальше. По порядку, перебирай идол. Хотя бы по одной строчке прочитай. Так, сейчас продолжим. Еще вот хотелось к вопросу Сергея Евтушенко. Все-таки это пустышки или плод человеческого воображения, или это демонские силы, или смотря в какой ситуации. С одной стороны, сказано, что идол в мире есть ничто. То есть мы к ним должны относиться. Как, ну, ничего такого страшного нет. С другой стороны, мы знаем людей, которые силой у князя Бесовского творят такие вот, и огонь с неба будут там исходить, и даже там мертвых воскрешать, чудеса такие будут дьявольские делать. И тоже как бы, ну, это же не сказано, что это пустышки какие-то. Вот. То, что по сравнению с Богом, со Христом, они да. Вот. Но вот эти вот, которые им поклоняются-то, они же тоже от них, как сказать, энергетику какую-то берут, и что бы они им поклонялись-то? Значит, это для нас, христиан, мы должны понимать, что это пустышки, но для тех они что-то в этом находят они, в этом заблуждении-то. Значит, они бесам поклоняются, и вот эти-то кто они? Ну вот эти, ой, Господи, прости. Каменщики-то. Вот вылетело из головы-то. Ну, которые готовят приход Антихриста, тоже у них же там всякие сатанинские вот эти сборища-то. Как к этому относиться, знаете? Кто может, или кто-то, может быть, скажет. Для меня это и открытый вопрос. Это собственные имена демонов, Ваал, Вилла и так далее. Или это люди их так? Меня слышно? Или просто название идолов? Да, слышно. Ну и тут, к слову, местописание есть. Это Даниила, 14 глава, 14 стиха.
Значит, когда они вышли, царь поставил пищу перед вилом, и Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и выйдя, и заперли двери, и запечатали царским перстнем, и отошли. Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили. То есть, как кто там принимал пищу, ты спрашивал, кто вино пьет, кто там ест все этих телесов, ну, ясно, кто это всем питался. Это жрецы питались этими жертвоприношениями всеми, а не демоны. Вот, мне кажется, это ответ на этот вопрос. То есть, они, жрецы, просто народ дурили, сами знали, что никакого ничего нету, все ради бабла, как говорится, все это, если по-нашему так перевести. Ну, почему бы нет? Ну и дальше давайте уж, как говорить откровенно, сегодня люди приходят в православные храмы, и такое суеверие, для чего пришли креститься, ничего не может там, ну вот в армию надо идти, чтобы там, ни один правильно не может ответить-то. Мирон, а почему так, это происходит? Так, Игнатий Тихонович, приплюсь. Так она же, пришел человек креститься, так она коммунистка, она совершенно не верит, что зачем ты ее крестишь? Зачем поп крестит? Первый вопрос. Второй вопрос, для чего она пришла? А еще вопрос, почему так происходит? Почему она не знает? Как бы причастны ли мы к этому, я, вы, или мы никак не причастны к этому, ну, к такому нечестию? То есть... Понял, к чему ты клонишь. Она коммунистка, а виноват мы с тобой, потому что мы ее не обратили в православную веру. Сидели абсолютно верно. Дома и не говорили. Ну, о котором говорили, те не приняли. Есть в этом наша вина? Да, потому Нету. Что Игнатий Тихонович говорит, что есть наша вина. Игнатий Тихонович говорит. Которым говорили. Но если ты сказал, и он не принял, кровь его на нем, пить будешь чист от крови его. Да. Не все же молчат. Не все. Да. Игнатий Тихонович говорит, что есть наша вина. Почему? Потому что раз они не приняли, вот у меня, как, вот, допустим, я преподаю, когда физику, у меня не понимает ученик мой. Я не его виню, я себя виню. Я неправильно объясню, как-то так, что он не понимает. Апостол тоже говорит, для иудеев я как иудей, для еленов я как елен. То есть он подстраивается под человека, он по-другому общается. Ну не получилось так, а может он не елен, я-то думал, что он елен, а может он вообще какой-нибудь там кабардинец. Нет, ну так-то, конечно, рассуждать. Тогда и вышел сеятель сеять, и... 75% упало при дороге. Кто виноват? Сеятель виноват? Что ты думал? Да, сеятель тоже виноват. Он должен смотреть, куда он кидает. А кто сеятель? Потому что Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями. Он должен смотреть, куда он кидает. Кто перед ним? Это какое-то новое учение уже от Романа. Я считаю, что давайте дальше пойдем. Сейчас Христа... Это Игнатий Тихонович так учит. Это новое учение, получается, Игнатий Тихонович, вы осуждаете. Не надо обманывать. Так, Игнатий сам ответит. Ой-ой-ой. Я виноват в том, что я его от греха удерживаю. Спросите его. Вы его не боитесь спросить? Потому что вы уже сказали раз. И вы боитесь, что он сейчас скажет, нет, это неправильно, вы говорите. Не боитесь, спросите Игнатия Тихоновича об этом. Давайте, а вы боитесь его спросить, потому что вы уже сказали. А кто это выступает? Да Фроликов тут, Рома, выступает. Вы вообще об этом не хотите разговаривать. У вас вообще об этом разговоров никогда нету. О благовестии. И даже о дел-то тем более. Рома, мы просто молчим об этом. Зачем этом хвастаться? Мы Богом хвастаемся. А зачем вот здесь говорить благовестие, благовестие? Ты уже всех задолбал, однако. Сергей, руби, пожалуйста. Ну, действительно, Роман, он очень сильно отвлекает от основной темы и... Пожалуйста, да, основная Сергей. Тема – это благовестие, кстати. Без благовестия вообще ничего нету. И вот это все, что вы говорите, это все, как говорится, без любви получается. Потому что Сергей благовествует, мы рассуждаем, слушаем, задаем вопросы. Да, ну, Роман, что ты? А когда вам говорят о любви, вы не хотите об этом слушать, потому что нету любви у вас.
И ну, вы ее не хотите, она вам противна. Что вам сказать? Ну, ты осудил, вам противны мои, эти слова Божьи, которые о любви говорят, то есть о благовестии. Любви, любви нет у всех, которые присутствуют, или у... только кто у... не благовествует, и кто не противится? Слава Богу. Противится... Я сегодня был на благовестии, я уже не попадаю. Пащенко сегодня был, мы ходили, раздали Евангелие, говорили. Ну, ну и что? А как апостол говорит, и они вышли из нас. Вот они тоже были, они ходили на благовестие с ним, с апостолом, но они вышли, и тем выяснилось, что они были не, не наши совсем. Роман, ты сегодня не в духе. Лучше помолчи. А наоборот, как раз в духе. Я что, говорю против Евангелия что-то, против Нового Завета, я ничего не говорю-то. Так, это, что? Что-то так, голословно. Все, замолчали. Хорошо, будем теперь вопросы задавать Роману. Роман сейчас будет у нас за место Игнатия Тихоновича, похоже. Ну так. И так далее. Так, ребята, все. Сейчас кто после этого слова без поднятия руки скажет, того блокирую. Сел? Все. Идем дальше. Так, Иеремия прочитали, дальше о Молохе. Давайте прочитаем, что это за идол такой был. Псалом 105, с 19 стиха. Сделали тельца у Харива и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вала, идущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Ну вот такой вот был еще... Я не знаю, стоит ли дальше читать. И презрели они землю желанную, и не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. То есть начались все с поклонения истукану, потом пошел ропот уже, не слушались голоса Господня. Чем дело кончилось? И поднял он, с большой буквы, Господь, руку свою на них, чтобы не сложить их в пустыне, не сложить племя их в народах и рассеять их по земле. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским. И осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. Вот до чего доводит поклонение идолам. Собственных детей приносили в жертву. Я когда это читаю, у меня ассоциации, как вот на сегодняшний день. Сегодня в жертву мы бы не видели, чтобы кто детей приносит. Но однако, если взять за идола какую-то идею... Приносит. Прости, пожалуйста, Сергей. Эти аборты делают ради карьеры. Там, вот он, у меня незапланированный ребенок. Женщины так рассуждают, так, он мне вообще все рушит, все мои планы, у меня тут 2 года, и мне дадут такую должность, нет, не могу. Идет и убивает, вот идол, как бы, карьера или что там у него, к примеру. Ну, хороший пример.
Только, Виталий, ну мне придется тебя заблокировать, если я обещал. Ну проси, я тебя прощаю, проси про разрешение, а то у нас балаган. Я ведущий, будьте уважительны. Можно сказать, можно, и пожалуйста, пошел дальше. Договорились? Хорошее, как бы, сравнение, да. Приносят детей в жертву, вот, карьера, это вот идол. Дальше идол, защита Отечества. Детей своих отправляют на войну, на погибель. Вроде бы героизм. И сейчас меня будут кидать, там, да ты против народа, против, ну, ребенка своего отдавать на войну. Каково это? Ради чего? Сегодня тоже вот Порошенко осуждают, послал корабли, явно зная, что их там могут в России уничтожить. Границы пересекли, но вот их оставили живыми, там чуть-чуть ранили. Все, свой народ послал на верную гибель президент. А ради чего? А ради того, чтобы вот выборы отнести. Сейчас военное положение ввел, провокация. Тоже вот не своих детей, но украинский народ, это коли он президент, это они ему как дети должны быть. Идол, да, правильно. Может, не обязательно какой-то истукан конкретный. Какая-то идея может быть, да. Вот. Но здесь нам Священное Писание говорит именно вот о и жрецы у них были, но как-то же они народ убедили им жертвы приносить. Что бы я приносил жертву, если мне от этого идола никакой проку нету-то. Проповедовали они, наверное, эти жрецы-то, раз народ им верил. Кто-то же 40 овец каждый день приносил для чего-то. Пожалуйста, кто хочет на эту тему, говорите. Разрешите сказать? Разрешаю. Можно сказать? Ну, тут я считаю, что имелось в виду какие-то блага обещались, под какими-то условиями это делалось. Что-то под это обещалось, наверное. Не просто так приносили вот эти дары идолу. Значит, они ждали чего-то от этого. Ну, у нас депутаты каждый год обещают. Как предвыборная кампания, так они... Ну, у нас же жертвоприношения нет. Голоса за них отдают, это тоже своего рода жертва, раз голос отдали за эти голоса. Это выбор, это не так, жертва, человек не жертвует. Это избрание, тут жертвы нету. Человек ведь ничего не отдает, кроме своего голоса. Жертвы нету. Отдать свой голос за какого-то... Это ничто, по-вашему? Выбор. Выбор. И в крещении человек голос свой отдает. В пользу Христа. Это что, ничего разве? Делает выбор. И плюет на сатану трижды. Тоже выбор. Тоже голос, ничего нету, тоже можно так рассуждать. Это очень много значит, выбор. Но в крещении человек не голос отдает, в крещении другая цель – омыть грехи свои. Совсем другая цель. Ну, батюшка спрашивает голосом, сочетоваешься ли со Христом? Человек голосом отвечает, голосом, то есть он голос свой отдает. Он словами говорит, сочетаюсь. Сочетался ли? Трижды его спрашивает. Сочетаюсь. Голосом. Ну и делами подтверждает, а бывают грехи, конечно. Так. Ну и насчет войны, я немного вот, насчет войны, когда детей своих отдают. Разве Великая Отечественная война, когда шли защищать
не только какие-то материальные ценности, защищали идентичность, ту же веру свою, ту же культуру свою защищали. Ну а Христос учил защищать свою веру и культуру? Подтвердите это местами Писания. Не готов. Плохо знаю к своему стыду Писание. Ну а такие слова вам известны? Было сказано древним. Око за око, зуб за зуб, ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Такое читали? Да, но врагов ваших или врагов Бога тут можно разделять? А фашисты, они приходили и говорили, заставляли всех отрекаться от Христа? Или приходили и открывали церкви? Вы историю знаете? Открывали церкви. Допускали они. Церкви. Не значит, открывали, это уже допускали. Не подходит. Значит, мы не защищали свою христианскую веру. И детей своих отдавали зря. С точки зрения христианства, я сейчас рассуждаю, а не с точки зрения защитников Отечества, СССР, империи зла, если так можно выразить, коммунистической империи. Но народ подлежал уничтожению, тем не менее, с приходом фашизма. Это фашизм? Ну, Ниневия тоже хотела быть уничтожена. Кем? Богом. И он говорит, Ниневия будет разрушена. И послал пророку, скажи ниневитянам, вы будете разрушены. И в России бы пришел бы пророк. 22-го начнется Великая Отечественная война. Готовьтесь. Вот так вот, если, допустим, вообразить. И что бы, бросили бы все поклоняться этой коммунистической идее? Ну, а если бы поверили и бросили бы, и не было бы войны, как в Ниневии. Ну, там не война, а просто Господь говорит, я, говорит, все, решил погубить. Ну, ниневитяне-то покаялись, а мы-то не, вот и 20 миллионов коммунистов, а коммунизм это... равно атеизм. Но не только коммунистов, там было и беспартийных немало. Мой отец там воевал, он не был коммунистом. Но он был православный? Да, из православной семьи, конечно. Вопрос-то когда можно задать? Да все, сейчас прошел, задавайте уже. Вопрос давай. Такой. Может ли быть кумиром, там, идолом, человек, священник, там, я не знаю, епископ, какой-нибудь проповедник, миссионер? Вопрос, и как сделать так, что если он... Да, это Игнат Тихонович, понятно. И если вот он, если когда вот незаметно для человека, а все-таки он стал идолом, какие есть противоядия для этого, как избавиться от этой болезни, идолопоклонства, там, кумирослужения, вот это все. И применимо ну, к современности, вот, если есть какие-то примеры из жизни, будьте добры. Любая вещь может стать для тебя идолом человек. Об этом при мудрости Соломона говорится. Вначале посчитали как сына царя, а потом сделали изображение, и этот нечестивый обычай вошел в моду. Вот весь ответ. Как делается? Спросили сейчас депутаты, а что мы там жертвовали? Слишком многим пожертвовали. Вы не спешите отвечать на вопросы, которые не приходилось на молитву вам выносить. Я... почти не верю, что Бог не отвечал вопиющим. Написано, воззови ко мне, я услышу тебя. Что означает депутаты? Для чего они нужны? Вы этим вопросом, похоже, не задавались. А для меня этот вопрос долго и был неразрешим. Когда первый депутатский корпус образован был Михаилом Сергеевичем Горбачевым,
Я первый вопрос задал, а для чего? Теперь мне все это стало ясно, что они делают. Для того, чтобы что он не скажет, не от его голоса шло, а от всего народа. Народ хотел, а как народ? А там человек избранный, которого избрали, которого избирали там 1, 2, 5 миллионов, а там другой столько, и количество депутатов, они охватили практически всю страну. И любое безумное решение теперь, это за ваш счет. Вы голосовали, а я не голосовал. Вы избрали безбожника, бессовестного человека, и он назначает себе оклад не меньше 500 тысяч в месяц. Ну, маленько давайте посмотрим. Сейчас пишут, что называют, кто отвечает, министр культуры, у которого все учителя подчиняются. Самая низкая зарплата у учителей. А он получает ежемесячно 3 миллиона. Ну, явно видно, что так не бывает. Такой разрыв. И он что, больше делает пользы или что, он там хлеб вырастил? Самый угнетенный класс сегодня труженики сельского хозяйства. Все это гробят цены, из-за границы везут, там отравленную пищу продают, а здесь чистый, экологически чистый продукт продать невозможно. Просто невозможно. У нас фермер один, и не принимает государство, и все вот это интервенция, все интервенции затеяли относительно зерна. За бесценок все, депутаты голосуют. Вот они сейчас проголосовали, я знаю, какие у них там намерения-то были, деньги. Он знакомый и лоббирует интерес его. И он каждому депутату, сколько которые будут этот, муссировать эту тему, он сколько-то там дает-то. А что ему нужно? А он готовит новые счетчики. А зачем новые, когда уже в два раза меняли-то? Они у меня хорошие счетчики, и тот был хороший. А ему как продать? А теперь эти депутаты, которых вы избрали, они выносят этот богопротивный закон. Заменить, и уже ничего нельзя сделать. Уже закон принятый. И абсолютно во всем, куда ни посмотри, вот эти угнетательские законы, какие они дают. Вот это ЖКХ непрерывно поднимает цены. Это электроэнергия. Ну, я говорю про русский народ, Россия. Это все депутаты, которым вы дали право голосовать за эти безумные законы, принимая ими. Это еще непонятно. Это в жертву принесли сами себя и детей своих. Они выбирали их, а один президент, тогда бы легче было разговаривать. А так нет, а я ни при чем здесь, депутаты проголосовали. Да сделали так, что если депутаты не одобрят, то и президентское решение не имеет силы. То есть это не вседержитель. Не так, что царь-император сказал, и так и будет. Ему никакая дума не нужна была. А теперь относительно того, где есть является, где поклонение. Вот там впереди, что считали, дальше нужно тоже просчитать. Как они поступали с ними? Они их считали за живые существа. Они как ничто. И ничто в том смысле, что перед Богом никакого веса они не имеют. А они представляли очень ценный материал. Люди получали на молитву ответ. Вот мы считаем третья книга Царств, там 17-18 глава, пророк Илия. Он прямо поставил задачу, как определить, какие мы. Ну, верите кто? Вал. Вал на небе. Ну, на небе. А он вас слышит? Конечно, слышит. Ну, давайте вы первый берите вот стадо валов, любого вала избирайте, чтобы не говорили, что я хорошего жертвенного животного взял, а вам не досталось. Вы первые делаете, первые голосуете. В шахматной игре первый шаг делаете белыми пешками. Согласны. А дальше что? Не отвечает. Жертву положили, все. Но огня не подложили. Не такие дрова, может быть, не очень сухие были. Ну, может быть, жертва кровью залила. Мы не знаем, но они, написано, прыгали и скакали до жертвы приношения вечерней. Кололи себя копьями так, что кровь текла по ним. Значит, это вызывало особую близость к их божеству, и божество отвечало в виде их страдания. Ну, прямо, зачем бы они кололи-то себя, скакали? Явно, что они принимали, и вдруг парализованная воля. Вдруг могила епископа Вавилы, и Аполлон лишился пророчества. А пророчества, как правило, их касаются, вот возьмите, Вольф Мессинг, один из самых великих этих предсказателей. И однако, о чем он предсказывает? Об окончании войны.
То есть дьявол есть человек, убийца и лжец. Евангелие от Иоанна 8:44. И он везде об лжи и об убийстве. Везде. А чем это закончится? Будет, нет, война и прочее, и прочее. Он в крови весь. Вот считаем Молох, как приносили ему жертву. Раскаленный бык стоит. Бык. Это Молох. Они его до красна раскаливали. А у него в боку, там, где отверстие было, или рот во рту. И они туда, чтобы угодить Богу, они младенцев бросали туда живьем, они сгорали там. Вот нападают на город израильтяне, хотят завоевать. Отбиться не могут. И тогда тот царь приносит в жертву сына, колет на стене и показывает евреям. Но евреи-то видят, они же сына закололи, что они сделали-то? Им было мерзко, и они отступили. А вот теперь они будут толковать. О, благодаря нашей жертве отступили. Ну, ясно дело, как говорят. И так что идол есть ничто в этом смысле, но он есть что? Потому что приносящие жертву идолам приносят бесам, бесам. Там демон сидит. Как Лев Толстой говорит, черт. Ему приносят жертву. И он им изрекает и говорит. А пророчество, что не пророчествует, когда он же и делает это. А ты будешь убит, когда пойдешь домой. И он боится домой идти. И пошел, и правда. А почему он убийца? Это слуга дьявола. Дьявол ему внушает, убей, у него золотое кольцо в носу, сорви, твое будет. Он же это все и делает. Он пророчествует и тоже исполняет. Пророчество, если бы было такое, что если он будет правильно делать, то ему откроется истина, он уверует во Христа, но этого нету. О Боге вообще речи нету. Вы вот коснулись Великой Отечественной войны, защищали. Ее бы не было, если бы люди жили правильно. Гитлер не родился, его нету. Второй мировой войны не было бы, если бы люди жили правильно. И Христос мирно сошел бы с неба. Но предсказание уже есть. И горе человеку, через которого приходит соблазн. Вот он и есть. Надо глубже смотреть в это дело. Виновны мы, правильно виновны, Роман правильно здесь говорил, это мои слова. Виновны мы, что рядом были и молчали. Рядом, которые люди были, почему они не говорили сразу, пока он еще только не оперился? А когда набрал власть, все подмял под себя, теперь только одно. Гонят в одном городе, убегай в другой. Ну, раньше-то можно было, когда дитё лежало поперёк лавки-то. Почему вы ничего не делали? Вот в этом смысле мы все виновны делаемся. Да как участвовать? То сейчас там Порошенко, то другое. Причём тут Порошенко? У нас своя паутинка. Молиться надо, больше ничего не надо. Мне это право дано. Господи, умягчи сердце правителей наших. Обрати их. Вы знаете, как я молюсь. Я молюсь о всех правителях, какие о Порошенко, Петре, я молюсь каждый день. Это обязанность моя, молиться за царей, за начальствующих. И я его нигде ни разу не показал, что он виновнее правителя другого там в России или в Беларуси или в Турции Эрдогена. У меня они идут подряд. Но я прошу, когда мир, на первое место выношу Израиля. Дай мир, дай, Господи, мир Израилю. Дальше моя страна. Россия, Украина, Сирия, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Господи, приготовь народ твой к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Вот такая моя молитва. Она сама сложилась на молитве. Вы, когда Роман говорит что-то о благовестии это, ну, конечно, он надоедлив, он долбит дятел и дятел, но он правильно говорит. Нам, где бы что ни было, мы должны сводить к этому, к жизни во Христе и к благовестию. Если этого нету, нет прибыли, нет рождения свыше, ну и поэтому негодные люди поднимаются, Бог гневается, уничтожает. Кто помог тем, которые алдат-молдат прибежали, там говорили? А Моисей говорит, обо мне ли вы ревнуете? Да хотя бы все стали пророчествовать, дай Бог. Нет благовестия. Мы промолчали. Какое благовестие? Ну, какое? Даже раздавали Евангелие. Это благая весть. Слова наши растаяли в воздухе и нет. Они подали Евангелие. Вот сегодня я говорил, я к утру постараюсь выставить собрание. Собрание. Сегодня было. Послушайте. Я сегодня причащался. Я говорю, вы бойтесь сегодня меня все. Потому что Златоуст говорит, кто причащался, он как огня дышащий делается. Попаляет все. Принявший тело и кровь Христову. Я прошу вас, 30 Евангелий берите каждый, бесплатно. В подъездах, на остановке, где вы живете, раздавайте.
чтобы не прийти бесплодным к трону Господа. Благовестие на первом месте. И что напоминает Роман? Это хорошо, что напоминает, долбит. Делает он, не делает, нам не надо судить, а наоборот поблагодарить. И когда Роман говорит вот это, я знаю, что неприятно. Неприятно людям делается, а мне это, меня не касается. Он говорит, я думаю, напоминает. А сам он не делает. Я ничего не скажу, делает, не делает. Слова правильные. Правильные в этом смысле, да, не в тему он сказал. А если по-крупному рассуждать, в тему. Потому что любой вопрос касается жизни нашей. Как мы будем жить, как вы ко мне, так и я к вам, говорит Господь. Вы ко мне идете с щедрым сердцем, и я всем сердцем к вам. Вы идете ко мне, как лев, как медведь, и я для вас львом и медведем делаюсь. Это все в благовестии. Остановитесь на путях ваших. Иеремия 7:16. Расспросите, рассмотрите, где путь древний, путь добрый. По нему идите. Для меня это был один из основных стихов Библии, когда я обратился к Богу. Я стал смотреть, древний путь какой? Баптисты? Лютеране? Нет, конечно. Древний путь, когда церковь была основана Христом. А она называется православной. Хотя она далеко не похожа на то, какой была в первые века. Не то, что мало похожа, а почти не похожей. Но хиротонию сохранили. Да что вы взяли за хиротонию, раб своей идеи? Я сказал, спорить не буду. Только этим можно определить. Другой меры нету. Я этому отдал полвека. Рассуждением, чтением Слова Божия, молитвам, печатанием, начитыванием книг. Это на первом месте. Нет хиротонии. Если была бы хиротония, настоящая, у баптистов как, я бы православным не был. Это определенно. Тут делать нечего человеку ревностному. Но я нашел применение в церкви, а не в секте, которая является достоянием не Бога. Так они вот верят в Бога, они дают. Там много верят в Бога. И дьявол верует, да трепещет. И бесы веруют. Я не конкретно к ним отношу. Вот вам ответ. Вы все говорите правильно. Ну, как-то слишком уж ареально. То есть на определенное место смотрите, а другое место не знаете. Считайте Писание. Он считает одно место, сказал о благовестии, ты, чтобы у тебя высветилось, это везде говорено. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, оно у нас не звучит. На каждом богослужении, чтобы нам 100 романов стояли и долбили батюшкам. Проповедуйте. Православие – это небесная религия. Религия. Православие дается для тех, кто уверовал во Христа, но не уверовать. Вот в чем смысл. Тут все божественное. Как об этом Феофан Затворник говорит, все наше богослужение – это призыв к небу. И он и об этом и говорит, и поэтому оглашенных выводит за стан. Ну, надо сначала родить, благодать должна быть призывающая и обращающая. Ее нету, а только освящающая. А у сектантов призывающая, обращающая есть, а освящающая нету. Значит, нужно, чтобы у каждого была полноте. О чем, повторяю, Феофан Затворник и говорит, разбирая на три части благодать Божию. Так, вот что, ну, на этот вопрос, как бы, и шире я вам ответил. Все. Можно я? Игнатий Тихонович, вот вы защитили сейчас Романа, а он говорит, что, как он сказал-то, уже спуталась я, блин. Рахиль, пока ты думаешь, я тебе отвечу. Роман как бы ни сказал, его слова я принимаю на пользу мне и молюсь за него каждый день, и за вас каждый день. У меня так нет... а мы работаем тоже. И вот, и вы работаете, и он подталкивает еще раз. Он же не сказал не проповедуйте, а говорит проповедуйте. Он же неплохо говорит-то. А, вот он как сказал. Он сказал, что если вам не поверили, отошли от вас, мы виноваты. Как это мы виноваты? Мы сказали слово Бога. Так. А человек нас... Не слушал. Так, я слушаю. Слушай, Рахиль, внимательно слушай. Роман берет по высокой шкале. Да, был, я говорил, но как ты говорил? Сколько говорил? Я полчаса. Ты 4 часа должен был на молитве плакать перед тем, как пойти. А то, говорит, доказать не мог, еще ты решил сделать. Ну, решил, говорит, обматерю и пойду. Вот это здорово. Это по-православному. А то какой-то сектантишка мне мозги пудрит. А от сектанта ты как раз и многое мог бы узнать. И его привлечь. Да. Роман берет по высокой шкале, сам не понимая того. И мы даже Бога благодарить за него. Я не вижу у вас ни одного, который говорит неправильно. Потому что я смотрю глубже, чем вы сами думаете об этом.
И говоришь и ты правильно, Рахиль, дорогая. Игнатий Тихонович, сегодня я у батюшки говорю, я видела у него в библиотеке это Красное Евангелие. Я говорю, батюшка, а почему в храме-то нету? Дайте мне, говорю, Евангелие, я раздам людям. А он говорит, а я поищу. Вот так. Я поищу его, где-то есть. Я сегодня на эту тему говорил на собрании. Вы послушайте, если Господь благословит, я к утру поставлю его. Потому что я закачиваю медленно, у меня от телефона идет. Хотя и у меня процессор, монитор стационарный. И вы там прочитаете все, что я там сказал на эту тему. Дорогая, потерпи и помолись, чтобы у меня не сломался этот конек-то мой. Помолюсь. Спаси Христос, Игнатий. У нас дорогой Ездр пришел. Радость. Да, да. Вот так. У нас нельзя, чтобы было смотреть. Посмотри, чтобы не мешать это... Когда вопрос задаешь, тогда Сергей сделает, что тебя будет видно. А так надо вам отключать и звук, и видео. Ну, раз здесь, давай вопросы свои. Потом отдельно зайдешь. Хорошо. Да нет, я хотел уточнить о посте рождественском, который вот сейчас ныне идет. Ну, как, что можно питаться, что, как... Я тебе с растительным маслом. Ответил, дорогой, у тебя книги мои все до одной есть. Есть, есть. И там открой к истинному православию, в оглавлении посмотри, о посте. Там все говорится по одному дню. Более полного, спаси Христос. Более полного материала на эту тему нету. Я работал с древними книгами. Посты, которые соблюдали во всей России. Большой устав называется. И там у меня каждые 12 месяцев и в какие среды, пятницы можно что-то вкушать, как растительное масло. А в остальные, где ничего не поминается цифра, значит нельзя. Там объяснено. Угу. Так что ответ спаси более Христос. Полный дать я не могу. Я выложил все. Спаси Христос. Там взято все из Библии. Что сказали святые отцы? А это 300 томов фолиантов. 300 томов. Дальше, что сказали жития святых, а это 12 томов. И что сказали каноны, 719 правил. Я их все применил там, все. Тем более эти темы я освещал во время занятий в университетах по радио. А потом вместе соединил, и вот такой материал получился. Более полного, я думаю, и не быть не может, нету. Я по пылинке собирал, по крошке. Это не мое. Мое, как Андрей Кураев говорит, Игнатий, он свое-то почти не говорит. Он говорит, просто поднял целые пласты, нами забытые. Я разгреб мусор и говорю, смотри. На днях я смотрел, как на севере добывает золото. Вот плохо тут Игоря Добунова нет, он золотоискатель. И они показывают, люди боятся тратить деньги вот на это, на это, на это. Они копают, моют и граммы. А мы, говорит, копаем и моем. Дальше, говорит, тонны золота. А почему? Техника. Дальше они шурфы делают и дальше слоями видят. Ага, золотоносный слой находится на глубине 6 метров. А это тогда мы просто сгребаем, убираем и начинаем промывать тот самый золотоносный. Они видят, потому что они шурфа поднимают и в лабораторию, поднимают и в лабораторию. Вот как. И мы должны также исследовать, что важно. Тема о иконопочитании важная, потому что сектанты все понимают неправильно. На наши занятия будем ролики выставлять. Вы их распространяйте другим. Так, я слушаю. Хорошо, конечно. Кто еще что скажет? Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. У меня такой вопрос. А вот беспоповцы, старообрядцы, их можно сектантами назвать? Нельзя, это раскольники. Просто раскольники, просто да? Просто раскольники, не имеющие священства. Они не церковь. Они не церковь. Они не признают священство. Они. Не признают. А у них да. Книги есть. Вот у меня есть материалы, там, 11-й том «Открытым оком», желтого цвета. Как беседовать со старообрядцами? Это разный подход к баптистам, как с лютеранами. Это опыт, большой опыт. Вот это я, который даю советы, я нигде их не мог найти. Это опыт моей жизни. 56 лет я работаю с сектантами. Вот мы приехали в село, там одни эти кержаки. Калугеры там бывают, это, беспоповцы. Я говорю, а вы как молитесь? У вас есть книги? Я должен войти к нему в доверие, что я не пришел обобрать его. И он открывает книгу. Я говорю, вы этой книге вашей верите? Конечно. А там написано киноварью вот, красным. Иерей глаголит. И дальше опять. Потом опять иерей глаголит. Это что?
А он не один человек сидит, а собирает людей, чтобы нам побеседовать. Иерей – это священник. Согласны? Ну да, глаголит. Говорит. Не будет говорить, а говорит в настоящее время. Понимаете, такую тонкость надо всегда. Ну да, у вас есть это? Нету. А как ваша молитва идет дальше? Да у них больше ничего нет, молитва только. Они задумались. А где иерей? Я говорю, есть белокреницкая иерархия. Это настоящая церковь, старообрядческая. Они два перста сохранили, символы веры Господа, истинного животворящего, Духа Святого. Считают правильно. У них Иисус с одной буквы, то есть все они содержат старое. Но у них есть священство, у них есть митрополит Корнилий сегодняшний, а у новозыбковских, это тоже старообрядцы, две ветви. Там у них патриархом избран это, Калинин, Александр патриарх теперь. Под патриархом они назначили. Препятствий быть патриархом нет. Но я молюсь каждый день за Корнилия, за патриарха. Каждый день. Почему? Бог мне это полагает на сердце. Каждому из них я подарил свои книги. В ответ получил благодарности. Корнилий получил мои книги и написал, как много я почерпнул из них нового, запятая, интересного, запятая, полезного. Это митрополит мне написал. Белокринский у них первосвятитель. Мы должны знать, как. Вот. Нет, это не у них, это у поповцев. Без поповцев это не признают никого. Я о поповцах и говорю, ты не расслышала. А я про беспоповцев имела в виду. Без поповцев я уже ответил, я перешел на поповцев. Две отрасли. А у беспоповцев больше, чем 50 разных толков. Да, да. Все. Я ответил на первый, а теперь это второй вопрос отвечаю. А они настоящая церковь. Белокреницкая – это Корнилий митрополит, и Новозыбковская – там у них патриарх Александр Калинин. А этот Титов, фамилия его. Давай, Эздра. Геннадий Тихонович, я боюсь сейчас испортить. Я в следующий раз как-нибудь сделаю так, чтобы меня не было видно. Ну, в смысле, как вы выходите? Нет, сейчас уже можно смотреть. По одному, когда один заходит, Сергей его подключает. Говори, ладно. Вот это хотел сказать. Вы же сказали, чтобы в следующий раз, чтобы не было видно и не слышно. Сергею надо показать руку или как там сказать. Можно? И Сергей он руководит. Я не могу руководить. Он мне сам дает слово. А, понял. Хорошо. Я нигде не выскакиваю. Вы видите, я мотаюсь здесь, но я не лезу. Если меня позвали... Вопрос. Я говорю. Игнат Тихонович, да. А вот ребята, Володя, там, Сережа, еще кто, они ходят со справкой вот этой, там же сейчас справка нужна какая-то, ну, благовестникам. Да, ну, я не знаю, но они предупреждены, знают, их трогать не могут. Володя, подойди, пожалуйста. Берете выданные вам справки? Я нет. Вот и все. Потому что у нас речь шла, что если... Какие-то будут претензии, будут уже претензии к самой общине. И мы решили так с братом, лучше без них пока. Ну, претензий к нам не может быть, потому что братья не могут учить против церкви. Мы не затрагиваем патриархию, мы уже знаем, как быть. Мы проповедуем Христа, живое Евангелие, благодарим Бога. У нас очень хорошие отношения с патриархийными здесь архиереем, митрополит Сергий. Бог дал за наши страдания. Я думаю, таких архиереев очень мало в стране. Он приезжает в Потеряевку и поминает во время богослужения патриарха Кирилла у нас, Илариона, нашего первосвятителя зарубежной церкви, потом Сергия его. И на какой территории там Всеволод Понич находится? Все правильно делают. К нам претензий нет. У нас полное общение с патриархией в этом вопросе через местную епархию. Еще такой вопрос. А благовестие может быть, вот, например, ну, если касается меня, я, например, ролики какие-то делаю, там, распространяю их в интернете. Это есть благовестие или это все так, имитация какая-то, не то все? Смотря какой вопрос. Ролик, смотря какой. Вот ты распространял там материал, что такое община, что такое крещение, и, ну, там даже стихи божественные где-то. Конечно, это все относится к благовестию. Потому что там сплошь говорится о Библии, о жертве Иисуса Христа, о Его пришествии. Вот, допустим, ты что-то делаешь, по моим книгам берешь. У меня в каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Тысячи.
Можно, да? Игнатий Тихонович. Ну, вот если... я сейчас пользуюсь моментом, я призываю вот просто, ну, ссылки давайте на ролики, репосты делайте, если по возможности, а то, знаете, как будто, ну, в пустоту обращаюсь. Сережа там только помогает и Ксения, больше никто перстом своим не двинет. Вот это меня очень сильно беспокоит. Так, я, брат, миссионеры. За них не отвечаю. Я по тебе хотел спросить. Ты там ездил, когда с сыном-то встретился? Ну да, нет, сына я не увидел. Дело в том, что я когда приехал в Екатеринбург, а ей с ней связался, ну, еще заранее, она уже была в Екатеринбурге, это на воскресенье. И все. Я говорю, а сын-то где? С тобой? Она сказала, нет, не со мной, он там-то, ну, то есть далеко. Ну, вот я и поверил. Ну ладно, тебе не надо это настаивать-то. Отношения, ну, да, я не стал настаивать. Отношения ваши улучшились? Ну, она получила, что хотела. Долг я весь, слава Богу. Ну, то есть она расписку написала, что все, она претензий не имеет, долгов у меня к ней нет. Вот это вот вашими молитвами братьев. А тебе, слава Богу, каждый день. Скажи, пожалуйста, ты в Испанию-то едешь или нет? Ну, это, да, планирую ехать. Сейчас надо с паспортом, вот это, загранпаспорт, виза и все дела, а потом уже с Богом поеду. Ты говоришь, дела, так с места-то сдвинулось или нет? Конечно, все двигается, Игнат Тихонович, все идет. Дело в том, что я, когда... Паспорт целый месяц оформляют, видите, я в чем знаю. Дело, паспорт, загран. Виталий, я знаю, оформлял, когда ехать нам миссионерская поездка по Европе была, по Скандинавии. Но ты только не выходи из этого режима. Узнавай, куда тебе ехать, как ехать. Вот я целую тетрадь переплел из интернета, выбирал. В какой... Ну, у нас другое. Я не в поезде ехал, на своей машине с собакой. Я все абсолютно узнал. И ничего не потребовалось. Вот самое интересное. Почему? Потому что узнали мы от специалистов, как трудно в Польшу заезжать, как тяжело с собакой быть в Дании, там такие нормы. Мы везде проехали, в Чечню вообще ногой нельзя, там только головы режут. И мы все это проехали, и нигде ничего на нас не сработало. За нас молились, потому что все, и нас Господь провел. Закрыла Матерь Божия амофором, и к нам никто пальцем не прикоснулся. А ведь мы ночевали не в гостиницах, а надо заранее, приезжая в город Вену или куда-то, дать сигнал, чтобы гостиницы номер забронировали. А мы в машине. Машине не разрешают спать за границей. А мы в машине спали, но собака рядом привязана, и полиция ни разу не вмешалась. Ни разу нигде. А я тетрадь все писал, отпечатал, переплел. Но знания эти мне не помешали. Я еще сказал, на нас не сработало, потому что мы... Дело Божье делали, за нас молились все. И пятидесятники, и мусульмане, и баптисты. Вот как дело стояло. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Да. А вот у меня дополнение. Вот в сегодняшнем толковании Феофилакта Болгарского к апостольскому чтению Ефесянам 6:15. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». И Феофилакт объясняет так. Готовно же благовествовать – это добрые дела, которым и Господь внемлет. Да. Вот еще как объясняется – добрые дела. Все. Это как раз в пользу тех, которые не нарочнешные христиане. Ты добрые дела делаешь от Отца Светов. Это плоды христианства. Угу. Абсолютно правильно. Да. Так, еще что? Ксения Юрова задает вопрос, Игнат Тихонович. Что еще, кроме благовестия, нужно соблюсти из того, что повелел Христос? Матфея 28:20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Ты вопрос как бы задал. Я хотел тебе стих прочитать, а ты его прочитал. Вот видишь, какая у нас связь с тобой. Духовная. Но ты слова-то прочитал. Именно все соблюдать то, что Христос повелел. А это идет от благовестия, когда вера от слышания, ты уверовал, вот такой ответ ты можешь дать. А неверующий ему это все равно. То есть все, что я повелел, это все, что в Евангелии он повелевает, Христос.
Судить же нас будет по Евангелию. Не я, говорит, буду судить. Слово, которое я сказал, оно будет судить в да. день. 12:48 Евангелия от Иоанна. И если кто-то, например, 9 заповедей соблюдает, а 10-ю нет, то есть написано «виновен во всем», да. то есть если что-то Яков, одно не исполнил. Яков так и говорит, кто нарушит в одном, виновен во всем. Если ты не убийца, а прелюбодей, все равно смерть над тобой будет. Ну иной подумает, ну все же, это же трудно же соблюсти. Это целое Евангелие, это же его надо хотя бы раз прочитать. Да читай, читай. Ну, да я-то прочитал, Игнатий Тихонович, не раз уже. Ну я скажу, у баптистов, кого попало, за кафедру не поставят. Меня на третий месяц, как я взял Библию, я Господом хвалюсь моим, я уже у них с кафедры проповедовал. Уже по просьбе их. Уже Библия была прочитанная, но так как я молился, и Господь уже что-то открывал. Это Бог делает так. А сколько время надо? Вот говорят, человека арестовали, ему надо 15 лет, там 20 сидеть. Меня спрашивают, а вот вы как считаете? Вот человек что-то сделал не так, а его арестовали. Сколько надо? Я говорю, 3 дня. 3 дня, но только чтобы он не знал, что его выпустят. И за эти 3 дня его на суде везде вести, показывать ему, что он натворил. 3 дня. А дальше его держать уже незачем. Он только ухудшаться будет. Почему принято считать это 7 лет, если человек сидит и ничем на работе, да и в тюремных кругах, то ему уже вернуться к нормальной гражданской жизни почти невозможно. Ну, у нас время кончилось, наверное. Да, кончилось. Ну, все тогда. Помолимся. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Дай Тихонович, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, благодарим Тебя за этот воскресный день. Какими милостями Ты наполнил его, как многое мы получили от Тебя, хвала Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Слава Тебе, Господи, за святых людей, которые сохранили Слово Божие, за тех, кто перевел его на родной и понятный язык. Господи, даруй духовное рождение патриарху, епископам и священникам. Побуди их искать лучшее, что приводит к небу, к вечности, к желаемой пристани, к Царствию Божиим. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Слава Христу. Аминь.